эта тема объемная, но вот в целом во всем мире существует 12 видов систем питаний, и причем некоторые из них довольно-таки, скажем, на мой взгляд, или, скажем, на взгляд других людей, абсурдные. Вот, например, есть карниверы, то есть мясники, которые едят только мясо. Вот. Оказывается, есть такая группа людей, которые только мясо. Они не едят орехи, они не едят яйца, они не едят овощи, фрукты, только мясо. Есть вегетарианцы, причем с вегетарианцами есть вот группа веганов, которые едят абсолютно только вот овощи и фрукты, и есть сыроеды, вегетарианцы, сыроеды, веганы. Это вообще экстремальная группа, и она, кстати, распространена. Вот, есть системное питание, то есть система питания, которые пришли к нам с религиями и с вероисповеданием, вот исламское питание, хинду, а потом есть кошерное питание. Вот, помимо вот этих 12 различных систем питания, и фактически как определяется вот эта как бы основная группа, существуют вот такие виды продуктов, вот все знают, это овощи, фрукты, это морские продукты, это рыба, то есть морские отдельно, типа seafood мы называем, это чаще всего вот кальмары, там креветки, рыба идет отдельно, есть яйца, есть молочные продукты, есть орехи, есть бобовые легумины, то есть они идут как бы отдельно. И фактически на базе вот того, что входит, что исключено из диеты определенной группы людей, вот они называются, имеют свои определенные названия, эти виды питаний.